Не только за телезрительские 100% голосов, но и за тренерские 100%. Нашим наставникам дается право распределить свою сотню между участниками в тройке. Следующим образом: 50%, 30%, 20%. Символические первое, второе, третье место. Затем мы суммируем проценты телезрителей и проценты наставников и узнаем имя полуфиналиста. Дамы и господа, также следите за событиями прямого эфира в социальных сетях, используя хэштег «Голос». Самые яркие эмоциональные высказывания вы увидите на экранах телевизоров в течение программы. Можете представить, и всю эту информацию я держу в голове. Вроде бы это вся важная информация. Мы можем перейти непосредственно к музыке. Дамы и господа, я объявляю линии для голосования команды Леонида Агутина открытыми! Нет, я не поверю. Георгий Юфан, номер для голосования 01. Я не поверю, что черный тучи день путь скроет мой свету. Людмила Соколова, номер для голосования 02. Мариам Мерабова, номер для голосования 03. Телефонные линии уже открыты, и теперь пользователи мобильного приложения «Голос» могут тоже вступить в игру, оценивая выступления участников и сравнивая свое мнение с оценками других игроков. Итак, перед вами первая тройка. Вы можете приступать к голосованию, но прежде я предлагаю послушать, что же приготовили нам наши участники. И начинает Георгий Юфа, номер для голосования.